Вітаю усіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Наближається 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Його встановила Генеральна асамблея ООН ще у 1992 році. Україна відзначає День людей з інвалідністю разом з усім світом. А от чи варто називати його святом? Давайте міркувати разом із моєю гостею. Пані Ольга, я вас вітаю у нашій студії. Здрасте. Питання таке. Ну, ви ж особисто виїжджаєте на будівництво і контролюєте дотримання потрібних норм. Чому так? Люди не хочуть виконувати перший варіант, не можуть, не вміють. Чому потрібно контролювати? Ну, як це так? Ну, якщо є норма і все розписано, люди з технічним досвідом мають освіту певну, і тим не менше. Як? І чому це так відбувається? За кордоном це теж так? Потрібно виїжджати, контролювати? Діло в тому, що у нас, к сожалению, не налажен архітектурний контроль. То есть у нас проектанты, они не контролируют соблюдение проекта. И когда мы приезжаем, и начинаются вот у нас разборки с подрядчиком, почему же, пока по проекту, говорю, ну давайте несите проект. Потому что если я этот проект утверждала, то я точно и знаю, и понимаю, что я не могла вот это вот подписать. И когда приносится проект, и начинаем смотреть, то ну как бы... То есть подрядчик в силу своих там понимания может, у меня достаточно большое количество фотографий, я сейчас, когда выезжаю, ну и учу голов ОТГ, я им показываю, например, наглядно, что смотрите, вот здесь взяли просто трубы, зашили, сделали коробку. И поэтому умывальник поставили не здесь, где это положено быть ему по проекту, а перенесли в сторону. И в результате прекрасным помещением, большим, санитуалета не может воспользоваться не то, что человек с инвалидностью, а даже обычный человек. Из-за того, что этот умывальник полностью перекрывает. Ну, я говорю, вот вы сами видите. Вот, как реагуют? Подрядчик, говорю, сядьте. На унитаз. Ну як реагує? Що треба переділувати? Да. Це ж кошти. Ну, він розуміє, що все, ми приїхали, ми це перевірили, ми це тепер проведемо, запишемо і відошлемо до акт обстеження, і все, і тепер йому все одно придеться це переділувати. До этого, как бы, ну, так сойдет, у нас, наверное, будет еще долго такие принципы. Наверное, поэтому и мультик был в советское время, ничего и так сойдет. Да, мультик был очень актуальный. Радянского союза уже немає, а мультик и досі актуальный, да? Да. Дивіться, готуючись до нашого ефіру, я подивився так званий рейтинг, ну, скажімо так, найдоступніших міст України. Угу. Перше місце – Вінниця, а от Дніпро навіть просто відносно доступним не називають. Питання. Наскільки швидко чи повільно ми рухаємось назустріч цьому поняттю? Діло в тому, що у нас Дніпро, як такового, ще рейтингу не проводилось. Ну, рейтинг проводять спеціальні організації, які в основному в Києві, в Вінниці, там, вони... Це ж теж мільйонний майже місто. Так, вони з нами не дуже контактують, їх треба приглашати, вони приїжджають, вони проводять рейтинги, ми як би самі їх проводимо. Ну, ви бачите, те, що ми добиваємося, ми це добиваємося. У нас зараз є такі моменти, які як би навіть в Вінниці немає. Звісно, наприклад, взяти наші зараз амбулаторії, які от здалися, 100% доступність. А наші ліфти в школах теж, як би, ну, такого в Вінниці. Ну, я була в Вінниці і постійно контактую з дівчатами, приглашаю їх сюди, к нам. И спасибо Раисе Васильевне Панасюк, потому что
Но благодаря ей я тоже изменила свой подход. Я сама человек с инвалидностью, воспитывалась как бы, ну, что человек с инвалидностью это действительно должен, и как бывший медик, что человек с инвалидностью это пациент и больной. Я даже не понимала, что человек с инвалидностью может быть на равных, без всяких ограничений, без ничего. Она изменила действительно мое понимание, сознание, их инфраструктура. И работа их вот именно девушек по инклюзивности вот именно сооружений и домов. И это меня вдохновило. После этого я точно такое начала здесь в Днепропетровске организовывать. До этого никто здесь с рулеткой не ходил. Ну, да, тобто не все ездили так, с колясками. Не все так погано. Нет. У нас даже очень непогано. Потому что когда у нас ну, просто ездили с колясками, сейчас на коляске как бы это эталон человека с инвалидностью, который передвигается с помощью кресла колесного. Ну, как бы знак международный, эталон доступности. Но на самом деле у нас достаточно большая маломобильная группа людей. И если даже человек на коляске где-то не пройдет, например, вот когда начали делаться платформы для трамваев, да, они без понижения. Они как бы не трамваи тоже дальше идут, они низкополые. Поэтому для человека с инвалидностью на коляске именно они недоступны. Но, во-первых, с помощью уже проще все-таки туда сесть. А во-вторых, извините, ну я тоже человек с инвалидностью, я маленького роста, у меня лишний вес, это тоже большая категория людей. И мне сесть в трамвай без вот этой вот 20-сантиметровой платформы очень проблематично. А если еще он стоит и наклонно, как, например, возле вокзала, то это вообще, ну, я бабушек туда затал, я даже туда не сажусь, я ухожу куда-то на другой транспорт, потому что, ну, это вообще невозможно. И это все меняется. Еще 2 года назад, когда мы ходили в суды по поводу низкополых автобусов, они же когда заходили, перебить вот эту мафию маршруточников было очень сложно. А маршрутки подавали на них в суд прежние, потому что ну, они, как старый перевозчик, имели все права. И мы шли в суды отстаивать их третьи лица. Потому что только они должны были быть оборудованы одна машина для перевозки людей с инвалидностью. У них этого не было. Одна машина на по маршрут. Лицензии, на да, маршрут. Да, по лицензии. У них в перевозках этого не было. И знаете, сколько мы выслушивали, потому что никто даже не знает. Погрозы, ну, погрозы чья были? Организация, да все было. И где те инвалиды, и несчастные там, ну, то есть, понимаете, остановки что же откуда появились? Потому что транспорт начал останавливаться на остановках, когда заехал низкополый. Тогда должны были быть остановки. И вот это вот тоже перебить это надо было очень сложно. И если сейчас человеку с инвалидностью как бы есть уже остановки, есть низкополый транспорт комфортный, и теперь как бы человеку с инвалидностью уже, который особенно передвигается кресло колесного, здесь без разговоров подъедут, сделают клиренс, откинут пандус, все правильно. Но если менталитет, опять же, наших людей, водителей в том же, ну, это такие же люди, как и все остальные. И когда бабушки стоят под платформой посадочной, выглядывают подъезд, или у нас остановки сделаны неправильно, потому что как только ввели остановки, первое, что это было, захватить остановочный комплекс и пристроить к нему киоск. Слава богу, это ушло, сейчас их переделывают, неправильные карманы были с нарушениями ДБН. Но мы это все прошли, и сейчас все это совсем другое. Ну, дивіться, от ваш прогноз, приблизно в якому році Дніпро може стати зручним містом? Воно вже є. Вже є. Добре. Да. Наступне питання – тактильна плитка. Дивіться. Ну, дійсно, її вкладають вже багато. Да. Без заперечень. Але не так давно журналісти нашого каналу робили сюжет за участю людей з проблемами зору і з'ясували, що плитку просто кладуть. Пояснюю. Ну, щоб лежала.
Я знаю. А куди вона веде, ну, ніхто не замислюється. Ну, чому так? От ви мені зараз задаєте той вопрос, який я задаю всім. Ну, ви ж знаєте мої телефони. Ми ж скільки раз говоримо, давайте подрядчику хоч один раз об'яснимо. У вас кожен раз подрядчики одні і ті ж. Ну, давайте ми раз проведемо факультатив, об'яснимо. Ми нікому не даємо коляски. Не треба їздити. Ми покажемо, як люди з інвалідністю пользуються тим, що ви для них робите. И как это возможно воспользоваться. И, в общем-то, ну, как бы прислушиваются. Мы сейчас вот и с проектантами будем проводить, ну, как бы, казалось бы, да, достаточно большое проектное бюро. Люди, которые проекты делают не один и не два в месяц. И приходят, вот они сейчас тоже созрели на то, что, ну, как бы, надо еще и пообщаться с нами, и хотя мы их проверяем, мы с ними работаем, они прекрасно знают, что к чему, звонят, постоянно консультируются. И все равно надо показывать наглядно, как этим пользуются люди с инвалидностью. Потому что, во-первых, ну, мы делаем же все для того, чтобы человек, любой человек, чувствовал себя комфортно, удобно, не прилагая каких-то дополнительных усилий, в любом помещении, в любом месте. Мабуть, одне з останніх запитань загально. Які організації або інституції в Дніпрі захищають права людей з інвалідністю і є справді дієвими? Ну, крім безумовно, тієї організації, про яку ми вже говорили і ви очолюєте. Щоб захищати чиї-то права, треба ж мати обращение. Вот, ну, я, например, не знаю, где у нас обращались люди с инвалидностью, чтобы защищали их права. Куда стучаться тогда? Вот нас сейчас смотрят очень много людей или родственников людей, которые имеют такие проблемы. Куда? Ну, жалобы пишите на мэра. На общественный совет города пишите, пожалуйста, мы на комитете постоянно разбираем, пишите на мэра. Ну, все жалобы, чем больше жалоб, тем больше понимания, что необходимо людям, что не только люди с инвалидностью хотят понижения на пешеходных переходах, и не надо его делать с одной стороны, но и мамы с колясками, но и пожилые люди. То есть все хотят себе, хотите сделать комфортную остановку, значит, пишите. Если она у вас некомфортна, вас не устраивает, пишите. Потому что мы не можем отмониторить весь город. Вот у меня есть уже много таких агентов, которые действительно мне кидают фотографии, кидают эти. Я их сразу рассылаю как бы и по тем подрядчикам, которые это делают, и говорю, не, вот так не пойдет. Знаете, было бы цікаво приблизно десь, ну, на початку 2021-го, після цього ефіру, з'ясувати, чи зросла кількість свідомих громадян Дніпра, які звертаються, і є реакція на їх звернення в питаннях комфорту для людей з інвалідністю. Ну, я буду дуже дійсно рада це побачити, тому що, понимаете, когда я говорю, пишите жалобу, мне отвечают, почему я должен писать? Они это должны делать. Ну, тем больше да. Чекаємо на Новый рік, а под Новый рік и на початку Нового року мрії сбываются. Я дуже вам дякую за те, що ви робите велику справу. І хай спасибо. Вам Бог допомагає. Спасибо. Пані Ольга Волкова, голова громадської організації «Океан добра», була сьогодні гостею моєї студії. В ефірі була програма «Актуальне інтерв'ю». Дякую всім за увагу. Говорили про 3 грудня, саме в цей день, Міжнародний день людей з інвалідністю. Чи є це святом для України? Питання кожний вирішує сам. Пильнуйте себе і хай вам щастить.